Ну что у нас день 2028, если честно, уже сбился какой. Что мы сегодня делаем? Заливаем кровлю. Вот что значит легкий бетон. 3 тонны при той же банке. И заполнено до краев. А до этого было 2, о, 5 почти. Да, 5. Вот. При том же объеме. Разный вес. Потому что другой бетон, потому что заливаем кровлю. Там уже все залито. Здесь он сделал гидроизоляцию, утеплили, сверху керамзит. И сейчас все это еще стяжечкой. Потом сверху еще он будет рубероидом. В общем, слоев здесь много. Причем самое смешное, что вата привозят с завода за 3000 километров, на котором я работал раньше. Рукола Урал, привет вам. Утепляем ватой Рукол. Перевозил я этой ваты, я не знаю, тонны, миллионы тонн. Много очень на погрузчике, когда еще работал. Причем есть здесь в Выборге завод, но почему-то возят с Троицкой. Троицка, Челябинская область. Троицку, привет. Вот так-то не заливает. Стяжечка. Бетон с керамзитом. Поэтому легкий. Там гидроизоляцию делают. Вот как-то так делал. Сначала подсыпает керамзит, потом сверху делал бетонную стяжку. Все это разравнивает. Ну, а там уже финальный, так сказать, этап. Уже даже не знаю, там какой слой рубероида. А может, ее кто-то занял раньше нас? По-нормальному нужно проводить разведку еще до выхода. Плохо быть по пояс деревянным. Поверни, говорит, направо. Я говорю, там кран стоит, по канатам ударим. Возьми каретку на себя, поверни направо. Кран, говорю, стоит, по канатам ударим. Вот ты каретку возьми на себя. Логично, да, если я возьму каретку на себя, то стрелой я его по канатам не ударю. Железная логика. Зацените тапки у детки. Плоскостопие 80 уровня. И для того, чтобы мы могли нормально сосуществовать, я уже не говорю о банальном выживании. Полдня заливали вот эту крышу. Задолбали. Все это отлично укладывается в понятие общины. Что вы подразумеваете под разделением? Все кранщики умеют читать мысли. И чем выше кран, тем лучше связь. Тем лучше читаются мысли. Иногда эти мысли на узбекском, но это уже не важно. Под кран. Бэп. Давай. Бэп. Тю. Еще у нас сегодня немножко он долить. Две он шаланды стоит, ждет. Сейчас будем всю опалубку, которую собирали, чистили и складывали, все туда складывать по машинам. Заценили новый трек Нойса? По-моему, очень круто. Еще и на день рождения Летова. Вообще, красавчик. Как бы он первой баночкой поехал. Сейчас они потихонечку все это будут заливать. Рации у них нету. В принципе, здесь особо она и не нужна. Все и так видно. Вот так все это выглядит после заливки.
Сейчас он еще затирает вертолетом этим цельным. Здесь он гидроизоляцию делает. Развлекаемся как можем. Ну вот началась типичная питерская погода. Ветер 10 метров и потоки воды. Да еще и температура плюс 7. Кайф! Тем временем сегодня немножко задувает. Совсем немножко. Напомню, 20 метров это буря. Завершающий этап уже, даже кровли, не то что строительство. Все, вентиляцию сейчас ставим. Завтра еще денечек работаю и все, и демонтаж. Вот такие вот грибочки. Такие вот супер строполя, точнее, это даже не строполя, это прораб. Чуть-чуть правее. Который говорит не майно, а вниз. Все, стоп. Не вира, а можно поднимать. Такой вот вниз. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили, и наконец построили! Ура! На этом все. С вами был Алексей. Большое спасибо за просмотр. Большое всем удачи. И до встречи на высоте. Всем пока.